В Киеве суд арестовал уже 8 участников беспорядков у стен Верховной Рады, в их числе Игорь Гуменюк, который, как считает следствие, бросил боевую гранату в оцепление. Ему грозит пожизненное заключение, остальным длительные сроки. Пока в деле 18 обвиняемых в применении насилия против работников правоохранительных органов. На допрос вызваны 30 активистов националистической партии «Свобода». По последним данным, 141 человек пострадал в ходе столкновения возле парламента в понедельник. 3 солдат-срочников погибли. Сегодня в Киеве простились с одним из них.